ж для Владимира Путина и других российских чиновников в казахстанском Атырау готовы потратить почти миллион долларов США. В сентябре в нефтяной столице пройдет 9-й региональный форум с участием Назарбаева и Путина. По информации из инсайдерских источников, российская сторона выставила свой райдер. Люди из администрации Владимира Путина потребовали организовать на саммите достойный кортеж для президента, министров и губернаторов. Чтобы высокопоставленные гости с ветерком покатались по Атырау один день, из бюджета выделили почти миллион долларов. Эту ситуацию можно сравнить с тем, как если бы ваш ребенок бегал в зимнюю стужу без обуви, мерз, а родители на последние деньги покупали бы овцу, чтобы достойно встретить гостей. Эта информация открыто размещена на сайте Атырауского областного акимата. Впрочем, победитель конкурса определен заранее. Чиновники говорят, что необходимо встретить гостей на авто казахстанского производства. После отъезда россиян на новеньких железных коней пересядут акимы и их заместители. Слуги народа должны исполнять свои обязанности в комфорте, чтобы ощущать свою власть и величие. Читайте в газетах, в СМИ всегда одни и те же темы муссируются. Нет воды, светла, тепла. Эти проблемы всего лишь муссируются, но не решаются. Никому не нужны проблемы народа. Зато когда проходят выборы, депутаты обещают золотые горы, а сами голосуют на распределение бюджета. За приобретение импортных товаров, этих же машин отечественных. А про то, что это отечественный автопром, можно очень поспорить. 85% запчастей этих авто приобретается за границей. Нашего там всего 15%. Это говорит о том, что все деньги благополучно утекают за границу. В нефтяной столице идет полным ходом подготовка к приему высокопоставленных гостей из России. Ремонтируют дороги, расширяют аэропорт, облагораживают улицы. Сколько денег выделено на этот ежегодный междусобойчик Назарбаева и Путина, власти не говорят. Но если только один кортеж обошелся в такую сумму, то во сколько обойдется ремонт дорог, аэропорта и питание нескольких тысяч гостей, речь идет о десятках, если не о сотнях миллионов долларов.